Красиво. Да. Даже вот, видишь, какие? Да. Вот. Привет, друзья. Сейчас 7 часов вечера. Мы идем традиционно поздравить родителей с наступающим Новым годом. Посидим где-то полтора, да? Два часика до 9 где-то. И потом прогуляемся по рабочей и вернемся домой где-то полдесятому вечера. Потом сразу смонтирую быстренько это видео и выложу его в интернетик. Следите за каналом. Показывай, какие красивые, смотри. Да. Блини. Ой, какие. Веточки все. Ай. Больше ничего нет. Прям красота. Да. Вот дальше еще. И побелили. И побелили. А ты что? Большая редкость. Шампанские. Неужели на украинском? Нет, советское шампанское. Когда после Нового года 3 числа осталось там еще погулять. Что сорвалось и падает, есть только миг. Моя очередь диджакея. Я тут развлекаю родителей. Возьми, как пойдет. Возьми, кто-то Деда Мороза потом. Ну ладно, пошли. Маленький Деда Мороза. Пошли. Ой. Ест моей мамы шампанское. Пошли, пошли. Тридцать первое декабря 2016 года. Это мы вышли возле дворца машиностроителей. Свет до сих пор не дали. 9 часов вечера. Интересно, да? Разводка. В ту сторону нет света, в ту сторону есть свет. Нет, там тоже. Все, пошли, пошли в ту сторону, где есть свет. Нет, это буквально 200 метров есть. Идем в ту сторону, где есть свет. В этом доме тоже. Да, в этом доме тоже нет дома света. Все, нет, идем. Света есть. Это света нет. Пошли. Да, как-то тут есть, дальше нет. Да, деревья такие вот, потому что влажность такой, то ли снежок мокрый прошел с дождем, да? Иней такой, ну я не знаю, наверное, на картинке не видно вам сейчас. Деревья такие белые, иней покрылся. Вон на той стороне, покажи, там, смотри. Ну я показываю, но я не знаю, на картинке видно или нет. Ой, в этом тоже нет, смотри, рядом. Да, видал, и в этом нет света. Вот подарок от правительства Украины. Днепропетровску. Новогодний подарочек. Света нет. Вот в этом доме тоже. Вот. Света нет.